Главное – здоровье. О самых маленьких жителях округа заботятся профессионалы. Согласно долгосрочной целевой программе развития образования городского округа Химки, с детьми проводят цикл занятий. Они направлены на укрепление здоровья. Например, в детском саду номер 13 «Умка» на физической культуре дети работают с оздоровительным оборудованием, массажными мячами и ребристыми дорожками. Как действует система на практике, узнала Екатерина Юшина. Утро в детском саду номер 13 «Умка» начинается с музыкальной зарядки. Это помогает организму проснуться и подготовиться к активным действиям. А их в течение дня хоть отбавляй. Во время занятий физической культурой воспитатель Анастасия Шлемко проводит с детьми игру. Они преодолевают препятствия, удерживая при этом в руках спортивный инвентарь. Для них это веселые путешествия в лес и прогулка с ежиками. С точки зрения физкультуры – профилактика плоскостопия. Ребристые дорожки и коврики. Это они у нас способствуют укреплению свода стопы для детей, имитируют ходьбу ребенка по неровной поверхности, босиком. То есть это, например, как по песку, по камушкам они ходят. К тому, что после еды надо почистить зубы, воспитанников сада приучают с самого младшего возраста. Такое занятие проходит в рамках образовательной области здоровья. Конечно, мы им рассказали сначала сказку. Как, что может быть, если зубы не чистить или чистить их неправильно. И потом они сами попробовали на макетах почистить правильно зубки. После дневного сна, на который отводятся 2 часа, с детьми проводят коррекционную гимнастику. Внимание к сохранению и, главное, укреплению здоровья ребенка в приоритете, говорят педагоги. Согласно программе развития образования, ученики школ и воспитанники детских садов получают об этом необходимые знания и успешно применяют их на практике. Екатерина Юшина, Валерий Алексеев, служба новостей.